Аудитория киберспорта в России в 2019 году перешагнула отметку в 12 миллионов человек и продолжает расти в среднем на 20% ежегодно. В Крыму такой вид спорта не популярен, но Крымский федеральный университет сделал свой вклад в его развитие. 5 декабря в точке кипения КФУ прошла квалификация, финальный этап турнира по киберфутболу, куда пришли более 50 человек, чтобы стать участниками или насладиться просмотром. Организаторами Boiling Point Cup является совет обучающихся Крымского федерального университета имени Вернадского. Выбирается все путем случайной жеребьевки. Мы специально записали видео, у нас есть в группе жребий рандомный. То есть выбирали игрока, выбирали его команду, которую мы сами отобрали, топ-36 UEFA, и выбирали пару, с которой он начнет, типа дома в гостях. Тайминги такие, один тайм 5 минут, матч 10 минут, ну плюс 3-5 минут на настройку. У нас сегодня 40 матчей, и мы должны отыграть чуть ли не 3,5 часа только игрового времени. Ну плюс еще открытие-закрытие, будем до ночи здесь сидеть. Для того, чтобы участники и гости чувствовали себя комфортно и не скучали, любой желающий мог поиграть на отдельной площадке, сделать крутые снимки, попить горячего чая и перекусить. Турнир в точке кипения проводится впервые, и каждый может внести свой вклад на развитие киберспорта в Крымском федеральном университете. Егор Якимов учится на факультете крымско-татарской и восточной филологии. Он пришел на турнир по киберфутболу, чтобы стать одним из первых участников и победить. На самом деле я очень рад, что такое у нас в университете решили устроить. Это шаг к коммуникабельности вообще внутри университета, шаг к тому, чтобы развивать как-то актив между студентами, между вообще внутри всего, что здесь происходит. Boiling Point Club – это ответвление проекта ТА Лига, основная деятельность которого направлена на развитие и популяризацию киберфутбола в Крымском федеральном университете как спорта. В дальнейшем проект объединит на одной площадке преподавателей, студентов и администрацию Крымского федерального университета и создаст мощную киберспортивную культуру. Такой будет второй тур у нас. А как можно проходить мероприятие, которое связано с киберспортом, с спортом в цифре? Очень живо, интересно, самое главное, здесь живет жизнь. Не глядя на ночь, здесь студенты не хотят отсюда уходить. Поэтому это мероприятие, это действительно еще один прорыв в нашем развитии. По итогам квалификационного дня 16 лучших игроков получили путевку в финальный этап, который пройдет 13 декабря. Там участники будут сражаться между собой по системе плей-офф за кубок точки кипения по киберфутболу. Виктория Клюкина, Евгений Илющенко, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.